Поехали. Сейчас найдем улицу Малкова. Заберем еще друзей с собой. Они нас пригласили по грибы. Не знаю, сколько мы наберем. Везде у нас вот такую дорогу сделали. И до дома тоже. Вот это этому асфальту 2 недели. Так а что, забыла что-то, что ли? Школа номер 1. Школа номер 2 с другой стороны. Это у нас центр. Улица Ленина мы едем. Здесь у нас Магнит. И рынок проходит. С этой стороны кулинария и бар. Да, вот у нас автозапчасти, магазин, все есть. Светофоров у нас нету. Так что соблюдаем. Универмаг. Все для дома. Магазин Восход. Магазин Автотыкана. Ну и поехали по прямой из поселка в лес. В сторону Цепеева. Сейчас выезжаем из поселка, пересекаем реку Какшага. Обмельчала Какшага. Впадает в Волгу. Большое Салтаево проезжаем. Всего 4 дома жилых. Даже собака есть. Волкодав! Вот они, грузди. Мы такие переросшие брать не будем. Ой, жалко даже. Но мы не будем брать. Вот их много. Будем искать маленькие. Нет, красноголовик. А ты лапонька, ты манушу. Ох. Вот он, лилипутик. Ну, вот как их заметить, если бежать бегом. Вот он, красноголовик маленький. Лапочка. Подберезовик. Чистенький. Берем. Какой чистый. Чистый берем. Вот он, лапочка. Этот сдох, а этот хороший. О, какой классный. Иду! Это мы аукаемся. Значит, они тут не ходили. Мы красноголовики ищем! Конечно, наш. Вот он, вот он. Лилипутик. Даже говорить не надо, что он классный. Красавчик. Какой большой. Вот еще один. Это подберезовики. Фиг, ошиблась.
Ножка чистая, не знаю, как там. Но возьмем. Ножка чистая, вон поедена, не знаю, посмотрим. О, мы нашли грибы, мы собираем. О, какой. Вот это ножка. Ножка хорошая. Ой! Безоговорочно. Я это люблю. Листочек лежал, беленький бок. Да. Чистый. Почему они по одному? О, смотрите, какой прикольный. Покажи получше. Ножка кривая, тут изгиб такой. Ой, во какой, с носиком, похож на меня, чистенький. Ну, переросшие тоже попадают. Видите, какие большие? Вот рука лежит. Он же черный какой-то. Блин, а чё, ножка-то нормальная. Это уже переросшие. Но если они не черные, мы возьмем вообще-то. Черный. Хороший. Возьмем. Посмотрите, как спрятался. Вот он. Подосиновик. Хороший. Берем. Вообще хороший. Чисто. Смотрите, какие лопухи здоровые. Вот. Вот. Вот они идут. Это грузди. Ладно. Вот они идут. Вот. Вот идут. Вот здесь. Подожди. Вот грусть. Вот они. Итак, с этого участочка у нас получилось. Это мы не берем. А это мы, смотрите, чистенькие. Мы их складываем. Это наши. Это оставляем в лесу медведям. Все, можно домой идти. Мы много набрали, можно домой идти. Шучу. Мы только приехали. Полчаса еще не ходим. Сразу пол пакета. Пошли дальше. Нас едят клопы. Ай-ай-ай-ай-ай. Сейчас поймаю за ухом, за ухом. Ой, платок не спасает. Пошли дальше. Эти мы, естественно, не берем, видите. А эти мы возьмем. И вот у меня еще мелочь в руке.
Вон еще маленький. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук. Ура! Тебя правда кусают. На тебе прямо мошки сидят. О, он старенький, старенький. Ну, давай посмотрим. Ой! Ва, какой! Сразу видно по ножке. Видите, не съедены ничего. Но кто-то ходил. Ну и так, друзья, товарищи. Мы сейчас будем укладываться в багажник. Смотри, какая красота. Одни грузди и красноголовики. Все. Или как там они? Подосиновики. Красота. И в пакетах еще грузди. Вот. Так что я не заблудилась. Довольная, как суслик. Пойдет. Можно ведро там в этот самый. Вон синее ведро, давай мне в ноги. Все, поместились.